Сегодня мы приехали в аквариум, привезли вот такую рыбку одну. Просто у нас получается, что слишком много самцов таких черных рыбок, малинезий. Да. И мы вот поэтому одну привезли лишнюю. Ну, у нас иногда рождаются рыбки, сейчас я не занимаюсь больше разведением. Да идем, идем. Разведением рыбок сейчас не занимаюсь. О, как тут красиво раскрашена стена, да? Красная рыбка такая. Настоящие булыжники и коряшки всякие тут валяются. Да, вон они какие рыбки классные. Вот, а еще мы взяли кучу растений. Сейчас покажу. Из нашего большого аквариума. Вот там вот полно растений. Они у нас слишком быстро растут. Но мы можем их принести и поменять на рыбок. О, какая акула там висит. Смотри, какая акула. А тут какие рыбки красивые. А это кораллы там, кораллы. Вот рыбка поплыла. Все живое здесь. Красота какая. Что тут интересненького у нас? Машинка подводная. Для рыбок машинка такая, чтобы рыбкам было интересно в аквариуме жить. Играться с машинками. Еще какой-то там этот каток укатывающий. Ага. Сколько же всего тут интересного. Пойдем, дяде понесешь рыбку показать. Иди сюда. Вот там. Что там? Вот какой аквариум, рыбка там смешная. Мама. Вот еще рыбки какие. Мама. Ага, какая красота. Это бойцовые рыбки, рыбки-петушки. Они очень красивые, но очень большие забияки, поэтому каждую из них надо держать отдельно в маленьком аквариуме. Там синяя и красная. Они красивые. Ой, какие там плавают. Ой, там акула настоящая. Сейчас она сюда приплывет. Вот она, смотри, какая настоящая акула. Да. Да, огромная акула там. Вот какая, смотри, поплыла. Ну-ка. А вот это тоже, смотри, какая рыба большая. Огромная просто. Вот еще какая тут рыба приплыла к тебе. Да. Пообщаться. Большая такая рыбина. Да. Угу. Это очень заинтересовалась. Посмотреть приплыла. Да. Что же тут происходит? По-моему, она голодная. По-моему, их скоро должны кормить. О, какая! Красиво там? Там растения такие, да? Что там еще такое интересное? Камушки? Да. Ага. Здорово. Нас не оторвать от этого большого аквариума, да? Как нам нравится. Главное, здесь это все бесплатно, можно посмотреть эти акулы. Да.
потому что если пойти в Сидней аквариум, то это минимум $30, просто чтобы посмотреть. Ну там, конечно, тоже много чего, там здорово. Там прямо над тобой акулы плавают. Просто мы не ожидали, что здесь тоже можно. Зашли, а тут вон какие обновления. Раньше, когда мы сюда приезжали, тут такого большого аквариума не было. Вон какая акула там! Ну а там много на продажу. А там то, что в пакетиках, это недавно принесенные рыбки. Скоро их тоже запустят, они будут плавать. Представляешь, Алан, дядя предложил нам покормить этих акул. Ты хочешь покормить их? Да. Да? Не боишься? Мама. Мама? Вместе будем? Нет. Ну давай будем вместе. Вау! Смотри-ка, они приплывают туда. Уа, какая большая рыбина схватила еду. Акулище большая какая. Голодная. Уа! Классно. Вау! Супер! Ой, угорь приплыл, длинный-длинный. Это рыба-змея, угорь такой. Я не знаю, может, это мурена? Да, это мурена, это не угорь, это мурена. Морская мурена. О, как они кушают. Смотри, смотри, как кушают. Видишь? Да. Классно. Ты сам кормил их, да? Тебе понравилось? Еще хочешь? Ну? Вау! Желтые рыбки интересны? Синие и желтые рыбки. Вот, нравится тебе, да? Да. Красиво. О, скат, живой настоящий скат. Только он здесь маленький. Здесь бывают в морях очень большие такие. Этот еще маленький. Вот, вот эта вот лепешка, это называется рыба-скат. Она иногда током бьет. Она кушает? Да. Ага, во как. Ой, какой интересный. Ням-ням-ням. Ням-ням? Песок есть, что ли? Да. Там же кроме песка этого ничего нету. Ну да, как будто бы он поднимает так и чего-то туда запихивает свой рот. Не знаю, не знаю. Может и правда что-то кушает. Вот такие. Это, да, ням-ням. Угу. А вот большой сомик. У нас такие есть серые сомики. А это такой бело-желтый какой-то. Да, какие рыбки классные. А вот здесь, смотри, дискусы. Дискусы тоже очень интересные, дорогие рыбки. Они тоже плоские, как блин. Ну, вот такие вот они зависают и висят такие в воздухе. Интересные рыбки. Это еще маленькие, они больше тоже вырастают. Да.
там рыбки тоже в пруду. Вода. Там течет такой водопадик. Очень красиво. Вот такой в саду поставить очень здорово. Или где-нибудь даже в офисах, наверное, ставят больших. И рыбки такие плавают, золотые рыбки. Золотые. Там нету воды, но это такая специальная штука, что сюда заливается вода и делается такой пруд. Запускаются рыбки красивые, сажаются растения, и очень красиво будет. Вот здесь продаются всякие аквариумы по 1000 долларов за штуку. Минимум, наверное. Не, ну есть маленькие, там дешевле, конечно. Вот какие тут огромные всякие есть. Да, всякие декоративные тут. Декорации для аквариума тоже есть. А там камушки, да, камушки. Как у нас в аквариуме камушки. Только эти белые, а у нас желтые. Да, такой огромный аквариум там. Там стена уже декоративная внутри оборудована. Да, воду надо налить и рыбок запустить. Тогда будет красивый аквариум. Да. Маленький это аквариум. Но у нас тоже же есть аквариум. У нас большой есть. Да? Заметила, кто тут? А он нашел. Тут такие тритончики продаются. Да. Вот они такие интересные, как крокодильчики такие. Или дракончики. Да. Дракончики маленькие. Такие. Ну-ка, ой, шевелится, шевелится, смотри. Так они такие светлые, что сливаются с песком. Я думаю, они бы хорошо смотрелись на темном грунте. А вон так красавица смотрится, как хорошо. О, как красиво в листиках. Вот тут всякие на продажу рыбки. Это сомики смешные. Да, а вон большой сом лежит такой. Видишь, там сом большой? Нашу рыбку тоже посадили так в мешочек, потому что никогда нельзя сразу рыбку выпускать в аквариум. Нужно обязательно кулечек поставить в воду на 5-10 минут, чтобы рыбка адаптировалась, чтобы температура сравнялась воды. И тогда можно выпускать, да. Мы обменяли рыбку и растения вот на таких замечательных скалярок маленьких. Вот, потом запустим в аквариум, они будут лучше там смотреться и лучше их будет видно. Вот, а сейчас мы поедем, да? Ну, конечно, тебе самая главная машинка. А рыбки-то тебе понравились? Пять. Какие тебе понравились? Пять. Красные рыбки понравились? У нас же есть красные меченосцы дома. Кормить акул тебе понравилось? Вот это классно было. Алана потом спустили, а он еще раз попросился туда наверх. Как ему не страшно было. Рой, ты не боишься акул кормить? Да? Мама! И мама не боится, да. Почти что. Ну вот мы пришли, принесли рыбок. Да. Ну что, будем их опускать в аквариум? Да. Ну давай будем опускать в аквариум. Вот там они, наши рыбки. Вон они. Сейчас мы их опустим. Да. И дадим им некоторое время для адаптации. Да. Чтобы они могли освоиться. И чтобы температура аквариума сравнялась с их температурой воды. И тогда они могут плыть. Вот они пока еще маленькие такие скалярки. А вырастут они вон в такую большую. Вот наша большая скалярка одинокая приплыла смотреть на этих маленьких. Вот эта вот полосатая, она самая большая из них. А тем временем Алан не может дождаться, когда же мы будем открывать машинку. Вот.
Да, ну давай открывать. Алан сегодня сам себе ее выбрал. Чем она тебе так понравилась, Алан? Да. Потому что красная? Дуани. Нет? А почему? Дуани. Потому что не черная? Да. Красная, ясно. Вот, а так они вообще маленькие малыши еще. Да. Ням-ням. Вообще скалярки довольно дорогие, но нам ням-ням вот дали на наши растения целых вот 4 поменьше и одну побольше. 5 штук. Одна скалярия там стоит $39 у нас. Ну, маленькие подешевле, конечно, но все равно. Ну что, будем выпускать рыбок? Да. Ну, давай. Вода. Ну-ка, да, вот. Разворачиваем. Аккуратно сначала добавляем чуть-чуть водички туда, чтобы они почувствовали эту водичку новую по составу. Один черный, а остальные какие? Белые или там полосатые? Смотри, полосатая есть, еще какая-то там пятнистая. Да? Да. Ну, поплыли они уже? Да. Вон они, вон они, вон они, поплыли, поплыли. Ага. Свобода, большой аквариум, повезло вам, рыбки. Не то, что в маленький вас запихнули, а в большой. Ну-ка, где они там? Вон они, осваиваются. Ну-ка. Большая смотрит, ничего себе. Так, по-моему, она их начинает прогонять. Что за конкуренция? Что за соперничество? Так, что-то черную она начала сразу гонять. Может, потому что она другого цвета? Так, что тут у нас? Маленькие смотрят. Вон, смотри, как интересно, что сейчас будет происходить. Малыши поплыли, поплыли. Мне нравится вот этот белый, у него длинные плавники. Еще там маленькая, ну-ка. Покажи, где тут? Вот. Вот она какая. Интересная рыбка. Ей тоже все интересно и страшно, наверное. Так, вон еще малыш. Я только боюсь, что вот эти большие рыбы, которые в коряге живут, что они могут им повредить, потому что они еще маленькие малыши. А эти рыбы не очень дружелюбные такие. Они гупяшек очень быстро задирают. У меня только одна гупяшка выжила с такими рыбками. А мне их подарили неожиданно. И поэтому так случилось, что гупяшек у нас больше нет в аквариуме. Я раньше занималась разведением, селекцией даже. Вывела интересный сорт меченосцев, у которых были длинные верхние плавники. Парусный плавник был. Да, малышей гоняет она пока. Я думала, тебе скучно, рыбка, тебе таких же, такого же, такой же породы рыбок принесла, а ты их гоняешь, королева аквариума. Да, гоняет, гоняет.
Ага, закружился. Пока. Пока. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал. Заходите еще. Пока-пока. Пока-пока. Да, будем играть.